В регионе началась реализация проектов финалистов в конкурсе социально ориентированных НКО. В число победителей вошли ульяновские студенческие отряды. Сейчас их силами заброшенный стадион на улице Гоголя на верхней террасе начинает приобретать ухоженный вид. Уже сейчас в отряде трудятся 60 человек. Каждый день ребята выходят на уборку мусора в городе, собирают бутылки, банки, бычки и сухие ветки. Это занятость студентам летом хорошая. Мы помогаем городу параллельно с этим. И, соответственно, у нас есть такая возможность, чтобы подышать свежим воздухом, а не засиживаться перед компьютерами. За победу в конкурсе организация получила 300 тысяч рублей. Выигранные деньги пошли на закупку спецодежды, краски, перчаток и мусорных пакетов. В первой половине июня реализовали проект на нижней террасе по благоустройству территории около ДК 1 мая. А в июле у нас будет работать студенческий отряд на территории Воскресенского некрополя. То есть мне бы хотелось сказать, что наш проект поддержала Симбирская епархия, наш проект поддержало Министерство образования Ульяновской области. Всего в этом году на конкурсе социально ориентированных НКО было разыграно 9 миллионов рублей. Из сотни заявок субсидии получили 30 проектов победителей. Всегда популярно во все годы было патриотическое воспитание, но очень в этом году очень много проектов, которые были поданы именно на оказание услуг тем или иным категориям граждан. И это, наверное, очень отрадно, потому что сейчас много, наверное, губернатор обращает внимание, президент обращал внимание, что НКО должны быть готовыми уже оказывать услуги населению в социальной сфере. Специалисты отмечают, что в этом году поступило рекордное количество заявок от некоммерческих объединений и ТОСов. Юлия Дегтярева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.